Что возьмем попить? Ну, без разницы. Бери, что возьмем. Только не спиртное. Здравствуйте. Я буду. Куда? Домой туда? А может я тогда уже принесу девчонку? Оставь. Я тут буду на рынке, мне тут проще собрать. Я тогда их принесу. Хорошо. Дай нам и чипсы возьмешь. А куда ребят? Ой. Покупатели богатые стоят. Сок какой-нибудь вкусный. Какой? Две капли. На человека. Он ананас. Ананас. Просто ананас есть. Мы цветы давай. 40 градусов, ну, мультивитамины. Так, шипсы, макс. Сметана, рыбка, сметана. А кушать здесь? Здесь. Блинчики, может, блинчики, я закажу. Я не вижу, какие они. А с начинкой, с какой начинкой? Ну, все есть, какие-то там, да. Палочки. Нет, с ветчиной есть, с икрой есть. Ну, с ветчиной. С ветчиной, сколько стоит они? Сколько стоит с ветчиной? А тут? Вероника это. Нет, я вино не пью, ты что? Здравствуйте. Ой, я вас уже видел сегодня. А где вас видел сегодня? А, вот в гимназии, да? Наверное. Мультивитамины. Я не вижу, какие они. С начинкой, с какой дальше? Все есть, по-моему. С ветчиной есть. С ветчиной. С ветчиной. Сколько стоит? Сколько стоит с ветчиной? Это... Вероника это. Нет, я вино не пью, ты что? Здравствуйте. Здравствуйте, ой. Молодец, я вас уже видел сегодня. А где вас видел сегодня? А, вот в гимназии, да? А. Куда ты сидишь? Это за тянушки. Да, за ваше окончание. Последний звонок твой. Последний звонок, а я где-то доченька за тебя. Чтобы ты поступила, конечно же, хотелось бы. Чтобы мы тебя смотрели. Это самогон. Это вино вкусное. А у меня сок. Видите, я сок веду здоровый образ жизни. А я тоже веду здоровый образ жизни. Спиртное. А, запах какой. О, как? Я понюхала, что ли. Все, удачи. Да. Как ты лайк. Ну, ты мне зубы сама закрыла. Я специально, да, немножко. Так, Доша, до свидания. Да, сними мою жену вторую. Удачи тебе, солнышко. Это я, солнышко. Да, дядя Витя. Ну прямо. Мальчик, маленький. Наш дядя Витя, наш папа был утром в тумане.
Мы его обставили. Спасибо. И он стал сдутый. Вот блинчик. Это мой блинчик. А там что-то самое спрятано. Ну что ты за не раскручивай? Реж. Что значит вот, все? Будь, сними куску, да? Сняла? А, она снимает все. Так, а я тебя засуну. Ай, она сердце. Тешится, тешится, тешится. А тебя бы будут стесняться, ничего интересного там не будет. Слушай, меня никогда никто сам не... Скоро на себя никто сам стесняться не будет. Батька в шикарме снимает, всегда выпивает после выпускного. Да, там все знают, чем сам занимается. Что делает, говорят. Он снимает, и никто даже не реагирует. Потому что он как оператор, лучше не будет там непонятно. Я тебе не скажу, во сколько будет тепло. Не целуются там, что там знаешь, что делают. Это может выпуск такой был, у нас не такие люди. Скажи, как все. Ну, если нет, я же буду конечно, все равно чувствовать. У нас все прилично. Я же буду чувствовать. Если плохо, я же равно уйду. Цивилизованно. Потом мне еще скажут, вас привела с собой. Я сам. Мы с вами идем по городу, которому ровно 502 года или 503. Древний город Березина. Улыбаемся спиной. Двигаемся челюстями. Вероника, а ты что не двигаешь задницей? У Кристины лучше всего получилось. Природная дна какая? Жарко. Я думал, холодно. Сегодня вроде. Вот люди идут, все куда-то бегут. Ну, я как раз снимал. Надо сказать, это я вам дарю, потому что они очень плохие. Воняют эти пары. Вы дома... Я сейчас пугался, нет. Вам ступенька. Вот так они идут в большую жизнь. А я вот уже пришел, надо меня уже. Ну, ты старушка, хочешь тоже молодой быть. Русская мама. Ваня кричит, она спокойно сказала, ты кричишь. Вот Вероникин друг стоит. Она спит. Обязательно. Спасибо. Ой, держи шар. Улетай. Малой плакать. Катько посильнее. Ты снимаешь на камеру. Он или она? А, он.